Итак, дорогие друзья, продолжаем покраску с помощью безвоздушки. Это уже вторая комната. Вот, первую комнату в прошлом видео показывал. Вот, сейчас будем, учитывая все особенности и нюансы, которые мы до этого, какие ошибки, какие доработки, то есть все это будем учитывать при следующей покраске. Что мы сделали? Во-первых, краска гуще. Мы 10% разбавили с водой. До этого было 15%. Вот. Используем мы 512-е сопло граковское. Вот. Аппарат у нас, значит, еще раз повторю, Аспра 2700. Давление рабочее где-то идет 10 на циферблате у нас. Вот, все, сейчас будем производить покраску. Буду показывать все нюансы, все моменты. Немного скажу, в чем состояли предыдущие сложности при покраске. То есть у нас краска была недостаточно густая. Вот, по молдингам она немного стекала. Вот предыдущее видео я уже показывал. Просто для тех, кто не смотрел. Вот она наша комната. Все заклеиваем. Вот. Немного скажу, как мы заклеиваем натяжной потолок. То есть сначала мы проходим деликатным, заклеиваем молдинг, чтобы нечаянно краска не прилипла, когда мы будем сдирать. Вот. А потом уже обычный скотч-лента. Вот. Уже к тому скотчу приклеиваем. Вот. То есть получается ровный стык.
полосу. Подожди, Серёг. Thank you.
На этом все. В следующем видео покажем, что у нас получилось. Это первое слово. Да. Мы вообще хотим, я не сказал, хотим попробовать в два слоя пройти. Вот. То есть мы делали быстрое нанесение. Вот. В предыдущей комнате мы долго уливали, у нас молдинги текли. Сейчас мы хотим миновать с помощью двух слоев вот эту проблему, которая у нас была. Вот, поэтому продолжение следует.